Кто может так относиться, как во время Второй мировой относились, когда русских мужиков гнали просто на бойни? Ведь можно было выиграть те же войны, и факты показывают, что грамотное руководство военное доводило так, что с минимальными потерями совершались победы, великолепные победы. Зачем нужно было гнать на смерть, вот просто сложить? То же самое Жуков. Я, извините, может кто-то поклонен Жукову, но я к нему почти не клонен, потому что он ответственен за сохранение лишних нескольких миллионов человек. Только благодаря ему. Потому что он ставил цели? Командир дивизии говорит, вот эта высота должна быть взята к этому часу. Если не будет взята, я тебя расстреляю. Командир дивизии вызывает командира полка. То же самое говорит, на полчаса раньше, если не знаешь, я тебя расстреляю. И так далее. Ну, там батальон или полк шел, и ребята, русские парни, ложились косми, чтобы Жуков, ну, можно было обойти ее, взять котел или обстрелять тогда. Нет, нужно положить, как его, кому-то он уставил задача, как можно больше положить русских людей. Я, например, другого не вижу причины. Минные поля Жуков прогонил, знаете, как минные поля. Просто солдат прогонял, чтобы конечно, разминировать. И конечно. Вот это была манера. Людям относились как скотине. Так вот, это все время Романов, который пошло. И вот, пожалуйста, с моей точки зрения, Жуков никакой не великий полководец.